В эфире «Вести Ульяновск». Добрый вечер. Смотрите выпуски. Ограничить доступ к зелью. Ульяновские депутаты предлагают лицензировать продажу спиртосодержащих настоек. Сердечных дел мастера вооружены и миролюбивы. Ульяновский патронный завод отмечает вековой юбилей. В Заволжском районе продолжается обновление инфраструктуры медицинских учреждений. Так, на территории Центральной городской клинической больницы в рамках частно-государственного партнерства уже год действует современный кардиоцентр, где оказывают помощь страдающим сердечными заболеваниями. С работой кардиоцентра в ходе планового объезда Заволжского района ознакомился временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Более 400 хирургических вмешательств различной сложности. Свыше 500 консультаций. Это сухие цифры работы нового хирургического центра за год его существования. Даже в то время, когда работала наша съемочная группа, там проходила срочная операция. Помощь понадобилась пожилому мужчине. Клиника, безусловно, очень востребована, поскольку до появления этого центра на территории левобережья Ульяновского региона проведение этих вмешательств было невозможно, что, естественно, ухудшало прогноз пациентов с острым инфарктом миокарда. После операции больные остаются под контролем врачей в этом же лечебном корпусе. Помощь по основным направлениям лечения здесь оказывают по полису обязательного медстрахования. Инфаркт у меня был сначала, а потом здесь вот у меня на коронографии, чтобы сказать, то, что вот у меня сосуд один суженный. Врачи такие прям, вот если спокойно относятся, да, и ты уже сама себя чувствуешь тоже прям так вот уверенно, какая-то прям, ну, защита какая-то. Сергею Морозову проводят экскурсию по кардиоцентру. Глава области вспоминает, как приезжал сюда, когда здесь только начинали устанавливать оборудование. Интересуется количеством операций, узнает о планах на расширение медучреждения. Затем на совещании по вопросам развития здравоохранения в Заволжье говорит о задачах в этом направлении. За последние годы мы вложили почти 100 миллиардов рублей в развитие здравоохранения в нашем регионе, повышение качества человеческого капитала в Ульяновской. Это наиважнейшая задача. Мы должны понимать с вами, где и что мы должны сделать на перспективу, чтобы выполнить эту очень важную задачу. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, «Вести Ульяновск». Доступные, не пищевые, опасные. Ульяновские депутаты предлагают лицензировать продажу спиртосодержащих настоек. Сейчас в регионе продолжают сбор подписей, а после законотворческую инициативу представят на рассмотрение в Государственной Думе. Косметический лосьон для одних – причина алкогольных психозов для других. Спиртосодержащие настойки уже давно закрепились в ассортименте ларьков и небольших городских прилавков. Здесь вот сесть, выпить. И ничего не стоит. На детской площадке, на лавочке, им все равно спят люди или не спят, они спокойно все это распивают. Вот и пожилые, и молодые, и работающие, и не работающие. Потому что это очень дешево и доступно. А о том, что это не полезно, что это вредно, они об этом не думают. Любителям горячительного новый вид сервиса. На городских улицах появились даже специальные аппараты, где вместо шоколадки можно купить бутылочку спиртосодержащего напитка. Ульяновцы забили тревогу, городские власти отреагировали быстро. Масштабная ревизия торговых точек стала лишь первым шагом. Это создание горячей линии, чтобы люди могли высказаться и дать новую информацию по данной проблеме. Также мы приняли решение обсудить эту проблематику на советах по предпринимательству районных. И решили организовать масштабный сбор подписей от населения в поддержку принятия государственного закона. 75% спирта в составе и отсутствие акцизных марок. Доступность косметических настоек губительна, поддерживают законотворческую инициативу ульяновских депутатов и общественники. Подписи должны подкрепить обращение членов регионального парламента в Госдуму. Сегодня ведь важно, чтобы не просто человек поставил свою подпись под обращением, а что мы это действительно понимаем, что мы едины. Но никто, как не женщина, этот вопрос волнует. Потому что сегодняшняя эта тема алкоголизации, она связана с дальнейшими вопросами, что у нас есть безнадзорные дети, что у нас есть семьи в социально опасном положении и другие негативные явления в нашей жизни. Все, что включает в себе этиловый спирт, должно быть лицензировано. И реализация этой продукции должна, так сказать, быть ограничена лицензиями. Я считаю, что мы должны начать активную кампанию
по общественному осуждению тех, кто строит бизнес на этой отравинке. Мы знаем, как начать эту активную кампанию. Свою подпись в поддержку законодательной инициативы уже поставили около 1000 неравнодушных ульяновцев. Народные избранники предлагают сделать эту процедуру более доступной и собирать голоса, например, через глобальную сеть интернет. Стена Агафонова, Александр Абрамов, «Вести», Ульяновск. Прямые выплаты. Российский пилотный проект, связанный с изменениями в порядке выплат пособий по временной нетрудоспособности в связи с материнством, действует в нашем регионе с 1 июля. Промежуточные итоги подвел Фонд социального страхования. Проект затрагивает всех, кто работает по трудовым договорам и направлен на защиту прав застрахованных граждан, сообщают специалисты фонда. Но в первую очередь в этой схеме активнее должен быть задействован работодатель. Работник, получив листок нетрудоспособности, обращается к работодателю, пишет заявление по установленной форме. Вот. А работодатель в 5-дневный срок обязан сформировать реестр в электронном виде, да, так сказать, стандарты формы этого реестра утверждены приказом Фонда социального страхования, и направить нам. Проблем, связанных с изменениями, огромное количество. Каждый день в региональный фонд соцстрахования приходит около 1000 таких реестров. Во многих встречаются ошибки, а это уже не позволяет фонду назначить выплату сразу. К сожалению, большому следует отметить, что страхователи не всегда добросовестно выполняют 294-е постановление. Это мы узнаем из тех обращений, которые нам поступают на электронную почту, на телефоны горячей линии, так сказать. То есть работник зачастую, особенно это касается наших мамочек, которые заняты по уходу за ребенком до 1,5 лет, так сказать, они просто не писали такого заявления. Извещение о замечаниях снова направляется работодателю. Таким образом, срок выдачи выплат работнику увеличивается. Теперь специалисты фонда планируют провести ряд семинаров для страхователей, чтобы скорее выйти из так называемого периода адаптации. По результатам работы у нас поступило за практически вот 2 месяца более 48 тысяч обращений за получением пособий. Мы за данный период уже назначили и перечислили 33,5 тысячи пособий на общую сумму 255 миллионов рублей. Специалисты Ульяновского областного отделения фонда социального страхования надеются в течение осени нормализовать работу и выйти из сложного периода. В стране уже 20 регионов участвуют в проекте «Прямые выплаты», а к следующему году вся Россия должна перейти на новую систему. 100 лет Ульяновскому патронному заводу. В юбилейный год изменения охватили не только предприятие, но и жителей всей нижней террасы. Наша съемочная группа побывала в парке, который благоустраивают и готовят к переименованию, и окунулась в жизнь самого завода. 1916 год. В предреволюционной России появляется Симбирский патронный завод. Как в царские и советские времена, так и сейчас предприятие – лидер по производству боеприпасов. Во время Великой Отечественной каждый третий патрон к стрелковому оружию выпускался здесь. 1000 патронов, одна коробка. Только за полдня работники этого цеха выпускают 65 тысяч звенящих спортивно-охотничьих. Елена Рыбочкина трудится в первую смену. Девушка укладывает одну коробку буквально за полминуты. Укладываю патроны в пачке, а потом в коробке. Упаковываю и уже отправляем их на экспорт, отправляется потом патроны. Сегодня завод продолжает выпуск продукции. Ее экспорт и планирует запуск новой для России линейки патронов по программе импортозамещения. А еще занимается благоустройством вместе с администрацией Ульяновска. Так, в юбилейный год предприятия жители нижней террасы ждут приятные изменения. Один из парков на нижней террасе будет назван в честь 100-летия завода. И мы здесь оказываем всестороннюю помощь, ну, конечно, с помощью, в первую очередь, администрации города. То есть тот парк, который находится на нижней террасе, он будет полностью благоустроен. Там будут созданы детские площадки. Сейчас на территории парка в самом центре нижней террасы идет ремонт пешеходной зоны. На новой детской площадке возле храма всегда многолюдно. Также идет благоустройство территории, прилегающей к поликлинике номер 2 детской. Планируется установка достаточно такой серьезной детской площадки с благоустройством. На сегодняшний день нам удалось посадить фруктовый сад на территории поликлиники номер 2. Мы сейчас ремонтируем подъездные пути к патронному заводу. Мы благоустраиваем территорию около ДК 1 мая. В ближайшее время силами совместными руководства патронного завода, администрации города Ульяновска, появится достаточно серьезная детская площадка около фонтана. Работников патронного завода, как, впрочем, и остальных жителей, приятно удивило продление времени вечернего уличного освещения на целый час. Ксения Грищенко, Сергей Свешников, «Вести», Ульяновск.
Подари музею советское. Ленинский мемориал просит ульяновцев помочь в пополнении пионерской коллекции. Знаменосец, барабанщик, гарнист, 10 скульптур из советского детства уже стали частью пионерской аллеи в центре города. Их привезли из Идзинского и Чердаклинского районов. К установке готовится и памятник Аркадию Гайдару, который в прозе воспел пионерское движение. В Ленинском мемориале готовы принять и находки горожан. Авторы проекта уверены, скульптуры советской эпохи сейчас могут украшать и частные коллекции, и даже частные участки. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов. В Ульяновске 8-10. Завтра днем по области от 23 до 28 градусов. В Ульяновске 25-27 градусов тепла. В лесах по востоку и юго-востоку области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В центральных и южных районах ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Это были «Вести Ульяновска», а сейчас «Красивая жизнь» на телеканале «Россия».